«Лучший вратарь». Победитель в этой номинации определяется голосованием тренеров по завершению второго этапа чемпионата. А номинантов у нас целых три. Смотрим. Иван Федотов, ЦСКА Москва. Василий Кошечкин, Металлург, Магнитогорск. Ларс Юхансон, СКА Санкт-Петербург. Для объявления победителя на сцену приглашается Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России. Также приглашаем на сцену представителя генерального партнера КХЛ Марию Берлову, директора по клиентскому сервису и маркетингу АО «Согаз». Владислав Александрович, вам слово. В первую очередь, большое спасибо за поздравления. Постараюсь оправдать ваши надежды. Спасибо большое. Добрый вечер. Действительно, он добрый, потому что здесь сегодня в зале собралась вся хоккейная семья. Тренеры, игроки, менеджеры, спонсоры и, конечно, наши болельщики, преданные болельщики нам. Но очень трудно определить, кто лучший. Но из моего опыта я хочу сказать, что, наверное, все три лучших. Но я бы выбрал, конечно, Ивана. Почему? Потому что он действительно был героем на Олимпиаде, и мы ему благодарны, что мы выиграли серебряные медали. Это его большая заслуга. И, наверное, ЦСКА тоже скажет, что весомый вклад, наверное, внес Иван. Я не знаю, пускай не обижаются другие вратари, но я бы ему отдал этот приз, потому что он действительно достоин сегодня этой награды. Спасибо. Владислав Александрович, у вас прямо глаз алмаз. Открывайте, Александр Александрович, пожалуйста, посмотрите заветное имя в конверте. Иван Федотов. Я знала. Иван, проходите, пожалуйста, на сцену. Федотов, ЦСКА Москва. Владислав Александрович, вручайте приз. Переходящая награда лучшему вратарю изготовлена по заказу губернатора Тульской области. Можно, да, пару слов? Добрый вечер всем. Что могу сказать? Конечно, мы вас ждали. Друзья, аплодируйте Ивану. Аплодируйте! Громче, звонче! Спасибо большое вам всем за такой теплый прием, за этот вечер. И стоять здесь на сцене с призом, это дорого стоит. Поэтому, в свою очередь, хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, теплые слова. Весь сезон на Олимпиаде, в плей-оффе нами движило и мной в частности. Поэтому благодаря этому я поднял кубок, взял серебро и сейчас стою с этим знаменательным призом. Поэтому спасибо вам. Слово спасибо представителю партнера Марии Валерьевне. Можно еще спасибо, пару слов еще, пожалуйста. В частности, спасибо большое, Александр Александрович, за теплые слова, за веру, поддержку клуба ЦСКА, наших тренеров, менеджеров, потому что они поверили, дали этот шанс, возможность, и мы все вместе смогли сделать большую задачу, которую перед нами ставит Роснефть. Поэтому и ЦСКА, и наши спонсоры всегда делают для нас все самое лучшее. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Слово представителю партнера Марии Валерьевне. Прошу. Добрый вечер, дамы и господа. Очередной сезон континентальной хоккейной лиги прошел при поддержке страховой группы «Согаз». Партнерство с КХЛ, поддержка отечественного хоккея давно стали частью нашей социальной программы.
Сегодня от всей души хочется поздравить вас с окончанием сезона, а также вручить лучшему вратарю сезона сертификат, страховой сертификат, естественно, на 10 миллионов рублей –